нарушается намаз или... Нет. Нет, конечно. Нет, нет, нет. Если рот рукой не прикрыл рот, то будет только макрух. То есть уменьшение савабы за намаз, но намаз а не если рот не открыт и зеваешь, ну, может, как в себе, то будешь зевнул. Но все равно макрух считается. Нет, зевоту лучше сдерживать. Потому что Аллах не любит зевоту как раз таки. Любит, когда человек чихает. Но не любит, когда он зевает. И шайтан в ладоши хлопает и смеется над нами в тот момент, когда мы зеваем. То есть, ну, как сдерживать зевоту, это стиснуть зубы. Она сразу пройдет. Ну, у меня так и бывает. Я вот намаз делаю, получается, зевать я резким зубом, все. Да, да. Просто зевота, она такая, что ее хочется сделать. Да, да. И она заразительная. Даже когда о ней говоришь, уже начинаешь зевать. Или кто-нибудь рядом зевает, хочешь, чтобы...